Привет! Сегодня в этом видео вы увидите мои приключения с Примордиум и Плагу. Я смогу дать ответ, что же лучше и почему Примордиум стоит своих 8 долларов на сайте Экспандера. Я Word Happy, и я начинаю. Like the neighborhood warriors. I don't miss, I don't play none, I don't risk, I don't say none, I go switch, that's an A1, I stay with no A1. Tell the chef, I said thanks, tell the tell I'm in the bank. Tell my mom I'm living good, tell my kids don't stress a thing. I go back to back on the drops, drop a lot, and she packed the bags. Встречает нас вот такое красивое меню. Плюсов много, в отличие от Плагу. Переходим к визуалам. Визуал ебейший, как по-моему. Вот что у меня получилось настроить за минут 30-40. Сочный результат, да? Что там по настройкам Легита с Рейджом? Да, в принципе, ничего, кроме того, что в Рейджа нет Рапида с Нуспридом. Но про это мы забудем, так, серверов с Нуспридом и Рапидом достаточно. А еще мультипоинтов и скейлов нема. Это, не знаю, бесит. Чё по стрельбе скажете? Нормально стреляет, я не жалуюсь. Поиграл с ним примерно дня 4, понял, как с ним играть, и хаковалики без ноусприда, и rapid fire разъебывать можно. Вот прикрепляю пару скринов моего пенинга. Встречает нас просто меню, я ничего сказать не могу. И сразу же вижу, нахуй этот плюс и минус, если они не работают. Я на это триггерюсь. Пропустим. Есть ноусприт, но пиздец какой хуёвый. Доказать это можно, посмотрев мой стрим с Плагою. Антиимы обычные, но где мануалы или хотя бы фристенды? Извините, ебать, но я буду до этого доёбываться. Про визуалы сказать нечего, именно тут визуалы на любителя. Скинчинчер нормальный, а всё. Что по стрельбе? Ща увидите. Шрамов моих не счесть, он вырывается, сбегая прочь. И если тот другой снова овладеет мной, никто не сможет мне уже помочь унять ту боль. Это сидит внутри, это во мне царит, овладевая мной, я словно монстр. Я ненавижу все, все, что во мне живет, повелевая мной, я словно монстр. Что это вообще капля, блядь, я не могу! Думаю, показывать еще альты не стоит. Поиграл я с Плагой неделю и был в полном ахуе с чита. Я не бомбил тогда же на имвар. Хотя и так понятно, что фриш на имвар будет лучше. Это немного субъективный обзор, если вы хотите меня подправить, пишите в комменты. Итоги. И так было понятно, что Примордиум будет лучше Плагу. И тогда встает вопрос. Нахуя этот ролик? Чтобы вы проебали 4 минуты своей жизни.